Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Подробности похищения бийской девочки. Биография подозреваемого не была чистой. Она находила талантливых детей и вовлекала их в творчество и в науку. В Барнауле прощаются с народным учителем России Раисой Коркиной. И заразительный пример, что может сделать с поселком неравнодушие бизнеса и населения. Похититель 12-летней девочки в Бийском районе ранее был судим за наркотики. Данный факт нашему телеканалу подтвердил источник в силовых структурах. Напомним, школьница пропала 31 июля, ее поиски велись несколько дней. И, к счастью, девочка нашлась. Предположительно, ребенка удерживал 40-летний похититель. Он спрятал девочку в погребе. Чтобы запутать следствие, подозреваемый оставил на берегу реки одежду и вещи ребенка. Когда были развернуты масштабные поиски, мужчина испугался и отпустил ребенка. Физических травм по предварительным данным пострадавший не нанес. Но на сегодняшний день подозреваемый в хищении не найден. Известно, что он ранее был судим. Мужчина получил условный срок за хранение наркотиков в 2016 году. В Сальменском районе утонул 12-летний мальчик. Ребенок ушел с друзьями купаться в неположенное для этого место. В воде мальчик оступился и скрылся под водой. Сейчас обстоятельства случившегося изучают следователи, а прокуратура Сальменского района должна проверить условия безопасности людей на водных объектах, а также провести профилактику безнадзорности несовершеннолетних. И к другой теме. В Алтайском крае продолжает расти число пешеходов, пострадавших в результате ДТП. Причем едва ли не каждая пятая авария заканчивается смертью, и это тоже рост статистики. Этой теме сегодня посвятили совещание в краевом правительстве. На нем побывала София Яценко. Если сейчас ехать и думать только о дороге без появления пешеходов, то однозначно идет такая однобокая борьба. Водитель за свои интересы, пешеход за свои интересы. В таком споре победителей не бывает. Оба участника движения рискуют остаться без здоровья. В последнее время количество ДТП в крае стремительно растет. И даже регулируемые пешеходные переходы не всегда способны предотвратить трагедию. Никакие знаки, никакие средства организации дорожного движения, ни светофоры, ни разметка, ничего не может гарантировать безопасность участникам дорожного движения. Свою безопасность они могут гарантировать себе только сами. За последние полгода количество погибших в ДТП в крае выросло на 40%. Только за июль на территории региона в результате аварий скончался 31 человек. Причем по статистике каждая третья авария происходит по вине пьяных водителей. Этой теме сегодня посвятили совещание в правительстве региона. Из 111, которые погибли в первом полугодии, 19 человек погибло в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешехода. Что такое? У нас водители специально гоняются, что ли, за людьми, которые по улице ездят, выходят? На заседании краевой комиссии во главе с губернатором края Виктором Томенко были затронуты все аспекты дорожной проблемы, так как рост происшествий распространяется, в том числе и на детей. Особую тревогу вызывает состояние детского дорожно-транспортного травматизма. Количество ДТП с участием детей увеличилось на 23,2%, в которых погибло 2 ребенка. Число раненых увеличилось на 25,2%. Правила дорожного движения изучают еще в детстве, но почему-то пользуются ими далеко не все. А в теплое время года ситуация обостряется еще и тем, что не каждый умеет правильно перейти дорогу с велосипедом или самокатом. И чаще всего это случается на перекрестках, где и нужно быть особенно внимательными. Пешеходный переход на перекрестке – это всегда повышенный риск попасть в ДТП, так как при столкновении автомобилей человек может просто не успеть отскочить в сторону. Поэтому лучше держаться подальше от края дороги и внимательней смотреть по сторонам. В результате заседания правительства было принято решение увеличить число дорожных знаков, разметок, средства фото и видеофиксации. А к новому учебному году в Барнауле планируют усиленно заняться обеспечением безопасности переходов вблизи школ края. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня в Барнауле простились с народным учителем России Раисой Коркиной. Более 40 лет она работала в гимназии номер 22, подготовила более 200 победителей олимпиад по химии. И, что невероятно символично, покинула этот мир в свой первый нерабочий день. Ее коллеги поделились своими воспоминаниями с нашей съемочной группой. Да, действительно, она умерла в первый нерабочий день. Наверное, что-то символическое в этом есть.
Раиса Коркина до последнего дня была со своей родной гимназией. В возрасте 82 лет учитель должен был уйти на заслуженный отдых. Однако в первый же нерабочий день Раиса Андреевна умерла. Трудоголик – человек, который вырастил более 200 победителей и призеров Олимпиад по химии. Свой педагогический путь Раиса Андреевна начала еще в 1965 году. И вот уже более 40 лет в Барнаульской гимназии номер 22. Она обладала каким-то особым даром находить талантливых детей. Вот она их с 5 класса буквально находила. И дальше она могла их вовлекать в творческую научную деятельность. И она была у них непререкаемый авторитет. В 2012-м она первой в Алтайском крае получила звание «Народный учитель Российской Федерации». Лучшие ученики Раисы Коркиной получили право внеконкурсного поступления в МГУ. Именно при Раисе Андреевне в гимназии открыли химическую воскресную школу. Сегодня близкие ученики и коллеги провожают любимого учителя. Она и к нам, к своим коллегам относилась точно так же, как к детям. Мы были окружены заботой, она решала наши какие-то мелкие проблемы, которые были, ну, например, не в нашей компетенции. И с ней было очень комфортно всегда жить. Понимала, что ты всегда под охраной. 35 лет в этом году. А в августе исполнилось бы 35 лет, как мы вместе с ней работали. Это человек, который для истории нашего города, для истории гимназии, он не повторил. К счастью, Раиса Андреевна еще успела узнать, что недавно один из ее лучших учеников защитил докторскую в Австралийском университете. Новость о смерти любимого учителя встретила бывших учеников в разных частях мира. Раиса Андреевна Куркина, она преподавала еще у моего супруга. Потом так получилось, что Кирилл, мой сын, попал к ней. Сейчас он находится в Англии, в научно-исследовательском центре имени Джона Инса. И вот вчера, когда ему позвонила, это в Норридже, в Англии, графство Норфолк, и он, когда это узнал, пошел искать православную церковь, нашел ее и заказал панихиду. По словам коллег, Раиса Андреевна всегда переживала не только за учебу, но и за личную жизнь своих учеников. Этот учебный год они встретят уже без своего наставника. Ирина Корчагина, Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Прокуратура железнодорожного района Барнаула проверит состояние детской комнаты одного из торговых центров. Визит правоохранителей стал необходим после инцидента с маленьким клиентом. Во время игры в детской комнате ребенок упал на кафельный пол и получил травмы. Родители уверены, что напольное покрытие не соответствовало требованиям безопасности. Это и должны проверить сотрудники прокуратуры. Алтайский край проиграл дело о взыскании 1,5 миллиарда рублей за рубку леса. Минприрода региона требовала, чтобы такую сумму выплатила компания «Салаир» за незаконное обогащение заготовленной древесиной. В ходе суда было установлено, что Минприрода края заключала договоры аренды лесных участков с несколькими организациями, одна из которых наняла для этих целей компанию «Салаир». При этом региональное ведомство давало согласие на передачу участков аренды третьим лицам. Однако в 2018 году Минприроды потребовало признать сделки перенайма незаконными из-за того, что не давало на это согласие. Иск ведомства суд не поддержал. В Алтайском крае увеличат объем закупок пассажирского транспорта для муниципальных перевозок. Напомним, в апреле Виктор Томенко поручил выделить районам 300 миллионов рублей на эти нужды. Суммы хватило на 118 автобусов, которые идут в 23 муниципалитета. Однако в правительстве посчитали нужным обеспечить транспортом еще 33 муниципалитета. Еще необходимо будет приобрести 81 автобус. И общая сумма с учетом тех выделенных 300 миллионов рублей будет составлять 500 миллионов рублей. Таким образом, мы сможем обеспечить потребность 56 муниципальных образований, которые сегодня нуждаются в приобретении автобусов. Я хотел бы на этой неделе, чтобы мы это решение приняли и уже довели информацию до муниципалитетов, кому, как, сколько. Что делать, если купил квартиру, но не знаешь, как в нее зайти? Этот вопрос актуален сейчас для жителей одного из самых узнаваемых домов в Барнауле. Речь идет о ЖК «Столичный», доме под шпилем. Его жители возмущены тем, что им перекрыли вход. И, по их словам, до собственного порога им приходится добираться по крыше паркинга. Подробнее в сюжете.
Этот дом вырос за несколько лет в самом центре краевой столицы и сразу стал мечтой для многих барнаульцев. Небоскреб в 25 этажей, его видно из любой точки города. Работа здесь близится к завершению, и большая часть комплекса уже запущена. Машины ездят только вот здесь. То есть, по сути, дети или еще кто-то абсолютно находятся в полной безопасности от транспорта, возможных там гонялок. Это если кратко об особенности дворов закрытого типа, поэтому припарковаться на машине во дворе не получится. Ну, разве что скорая заедет или груз нужно будет подвезти к подъезду. Однако жильцы рассказывают о других изюминках этого элитного дома. Парадные входы оказались для них недоступны. Это так называемая красная линия, где расположились офисы. Поэтому проход в квартиру им организовали со двора, чтобы не нарушать концепцию. С красной линии вход в блок-секции не предусматривался проектом никогда. То есть данные мероприятия были выполнены компанией-застройщикой на момент производства ремонтно-строительных работ в квартире, чтобы собственникам было удобно, чтобы была возможность подвозить материалы, грубо говоря, с красной линии и уменьшать там трудозатраты их работников на перенос, перетаскивание. Потому что это определенно. То есть мы считаем, что мы, как никто другой, заботимся о комфорте людей даже на момент ремонта. К концу этого года, говорит застройщик, все работы на объекте выполнят. А что касается труднопроходимого пути к квартирам, так это еще надо дождаться окончания стройки. Обещает, лестницы и пандусы здесь появятся. Люди будут заходить через две рампы, на которых будут сформированы специальные места для движения пешеходов. Опять же, повторюсь, насколько я слышал, люди сетуют на то, что будет намерзать лед или еще что-то. Поэтому там выполнена кровля. По словам представителя компании, жильцы явно недооценивают преимущества проекта, тем более, что во всей Европе сейчас стремятся к концепции закрытого двора. А все неудобства сами собой исчезнут, как только стройка полностью завершится. Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком. 16 человек на место. Депутатами краевого парламента хотят стать больше 1000 кандидатов. Об этом сегодня рассказали в региональном избиркоме. Подавляющее большинство, 920 человек, находятся в краевых списках, остальные – одномандатники. Списки двух партий «Справедливой России» и КПРФ уже зарегистрированы. До голосования остается не так много времени. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Однако в краевом избиркоме до сих пор ведется обсуждение, как же будут голосовать жители удаленных районов края. Где-то можно доехать, в принципе, и на пазике, да, а где-то, может быть, нам понадобятся вот такие немножко более такие усиленные средства для того, чтобы добраться. Конечно, избирательная комиссия Алтайского края не планирует какой-то авиа- или вертолетный режим. У нас он не предусмотрен пока в финансовом, в том числе, плане. Да? А вот поэтому это, конечно, только наши транспортные средства. Но более конкретно о количестве тех маршрутов, и то потенциальное количество избирателей, которые зарегистрированы на территориях, которые будут голосовать таким образом, конечно, мы вас будем, так скажем, держать в курсе дел. А следующий наш сюжет о том, как директор успешного барнаульского предприятия развивает село в Заринском районе. Когда-то Андрей Лазарев учился в Сосновской школе, теперь вернулся сюда как инвестор. Построил ферму, предоставил жителям работу и развивает село, чтобы здесь было удобно и интересно жить. Подробности в сюжете. Заринский район, Сосновка. Здесь Андрей Лазарев окончил школу, потом получил диплом учителя физкультуры, но жизнь привела его в бизнес. В начале 2000-х с нуля создал предприятие «Алтайтара», которое стало успешным. Все, что зарабатывает, Андрей Лазарев вкладывает в производство и в развитие Сосновки. Построил здесь фермы по разведению герифордов и стал создавать условия для жителей села. Высокие парни в спортивном Сосновке явно выделяются. Игроки школы «Алтайбаскета» – будущее краевого спорта. Уже не первое лето они приезжают сюда тренироваться. Воздух, который у нас здесь, вот предгорье Соловецкого кряжа, им очень нравится. При условии хорошего питания, свежего воздуха они достигают результата. Ну и по, так сказать, дисциплине у них там все строго-настрого. Эту площадку предприниматель Андрей Лазарев построил за свой счет, чтобы детям в поселке было где заниматься спортом. Качество площадки оценили и профессионалы, и с 2019 года в Сосновке появился большой баскетбол. Как вы от ковида спрятались хорошо? Здравствуйте, да, отлично вообще. В 8 утра у нас завтрак,
Первая тренировка в 11, вторая тренировка в 5. Июля-август обычно мы предсезонку готовимся, и уже в октябре у нас первенство России. Во время сборов спортсмены живут в гостинице. Ее отремонтировали с помощью Андрея Лазарева. Доход от гостиницы остается в селе, так что у Дома культуры расширились возможности для интересной работы. До 140 человек у нас посадочные места. На Новый год у нас люди стоят. То есть у нас востребованный Дом культуры. В отличие от многих домов культуры края, здесь есть даже возможность смотреть старые фильмы на пленке. В Сосновке восстановили киноустановку советских времен. Широкоформатные, лишь бы пленки. А люди ходят смотреть? Да, приходили. Пожилые или? Не, молодые, интересные. Однако даже для того, чтобы бесплатно показывать фильмы, нужна лицензия. Андрей Лазарев обратился к депутату Госдумы Александру Прокопьеву с просьбой помочь разобраться с этой проблемой и получить несколько кинолент. Посмотреть ретро-фильмы можно и дома, их часто демонстрируют по различным телеканалам, но вот этот совместный просмотр, он создает другой уровень погружения, сопереживания и, наверное, позволяет человеку провести, наверное, более глубокую самооценку своих чувств и переживаний в отношении тех героев, которые они видят на экране. И это, безусловно, очень важно. Участие в общих делах, будь то просмотр фильма или концерт, субботник или соревнования, формирует опыт и помогает осознать свои жизненные цели, уверен предприниматель. Популяризация села – это наша цель. Ну, вторая. Первая – это воспитание молодежи, вот к спорту приучение, к труду, к целеустремленности. Андрей Лазарев уверен, что личным примером и общими усилиями возможно и заинтересовывать, и развивать. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. 3 августа отмечается Международный день арбуза. Эта новость кажется очень важной моим коллегам. Как правильно выбирать полосатый плод? И можно ли вернуть зеленый арбуз продавцу? Расскажем далее. Этот продукт может украсить стол любого торжества или прийтись по вкусу всем гостям. Ну а август – самый сладкий сезон для этого лакомства. Вечный вопрос – фрукт или ягода? Чем же является арбуз на самом деле и есть ли в нем польза для организма? Арбуз по ботанической классификации – это ягода все-таки, потому что он как большая смородинка. У него оболочка вот эта, и внутри семена распределены равномерно во всей мякоти. То есть если бы он был бы фруктом, то он, наверное, больше был бы похож на яблоко, когда внутри есть какая-то маленькая сердцевинка, и в ней все семечки сосредоточены. А так нет, это ягода, просто большая смородина. Этот плод, родом из Южной Африки, содержит в себе много витаминов и полезных веществ. Например, в 300 граммах такого лакомства суточная норма кремния, полезного для наших суставов. В арбузе также есть кобальт, магний и сильные антиоксиданты, которые сохраняют молодость. Кстати, многие врачи рекомендуют употреблять арбуз при камнях в почках. Но, по словам нутрициолога, арбуз нужно воспринимать не как таблетку или лекарство, а просто как вкусный десерт. Но как же выбрать спелый плод? Чтобы немножко было звонки, чтобы не пустая была, и хвостик сухой был, самый главный хвостик сухой. Если зеленый хвостик, она значит недозревшая еще. Вот этот спелый. Вот это очень спелый. И хвостик сухой. Причем, если купленный арбуз оказался недозревшим, здесь гарантируют, что примут его назад. Если зеленый у вас или розовый, не сладкий будет, можете вернуть, это без проблем, меняем все время. Существует мнение, что фрукты в магазине перед поставкой обрабатываются ядовитыми химикатами, а фрукты и ягоды у дороги покрыты слоем выхлопных газов и пыли от машин. Но, по словам нутрициолога, обычное мытье теплой водой избавит продукт от вредных веществ. И тогда можно смело употреблять арбуз в пищу. Анастасия Болотина, Данил Захаров. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире.